они уже по своему опыту некоторые знают, что вот эти вот европейские комбинезончики, когда руки, ноги у ребенка свободные, они не всегда хороши для детей. Потому что иногда, особенно вот дети сейчас все многие невротизированы, нужно завернуть ребенка в одеяло, чтобы он успокоился. Вот. И вот, вот эти вот свивальники, это, собственно, и были такие, если я ничего не путаю, Анна Владимировна, если я что-то ошибусь, меня поправите, да, свивальник, это что такое? Я вам сейчас не отвечу. Свивальник. Это такое одеяло. Еще рано знать. Вот, значит.